была демонтирована незаконно установленная стена на пересечении улиц Ленина и Калинина в районе Казачьего рынка. Данная конструкция была, представляет из себя сложенные фундаментные блоки в количестве примерно 45 штук. Их связывало, при строительстве, возможно, многоквартирного дома застройщикам было допущено захват именно муниципальной территории посредством установки и складирования этих плит. Для того, чтобы демонтировать забор, специалистам Ремстрою пришлось вызывать специальную строительную технику. Ведь общий вес фундаментных блоков составил более 50 тонн. Разбирали и вывозили их 2 дня. В результате проведенных работ была освобождена муниципальная территория почти в 30 квадратных метров. Одновременно решился и другой вопрос. За бесхозным забором постоянно собирались лица без определенного места жительства. Демонтированные блоки отправлены на штрафную стоянку. У хозяина блоков, который так и не объявился, еще есть время забрать свой строительный материал, ведь общая стоимость демонтированного материала превышает 100 000 рублей.